Они с детства любили танцевать, считают танец искусством с большой буквы сегодня, но даже в самых счастливых снах не могли предположить, что именно танец соединит их в одно целое. Итак, знакомьтесь, счастливые супруги Алексея и Татьяны Прокопенковы. Именно на танцевальных вечеринах познакомились, но стали встречаться чуть позже, приглядывались друг к другу. Так, друг на друга немножко поглядывали, да. Но так, не особо. Как-то так познакомились, некоторое время еще прошло. Присмотрелись друг к другу. И однажды все-таки мы разговорились, и пошло там слово за слово, одно за другим. Да, и потом все началось. И первое свидание у нас было на следующий день после Лешиного дня рождения. Мы пошли в ботанический сад. В Минске. Да, в Минске. Как раз цвели цветы, это был конец мая. Замечательная погода. Ну, как-то вот, наверное, мы присмотрелись поближе друг к другу цветы наконец-то. Цветы помогли. Да. Помогли, да. Этот запах весенний, правда же? Да. Цвели как раз рододендроны, очень красивые цветы. И на следующее свидание Лёша пришел с веткой рододендрона. Просто мы, наверное, именно вот нашли друг друга, именно вот тот человек, Лёша, вот именно такой, как мне надо, а я именно, наверное, такой человек, как ему надо, да? Да, да, да. Татьяне, какой Татьяне надо? Какой Лёша? Мне нужен романтик обязательно, должен быть заботливый очень человек, внимательный. Ну, я в этом плане очень требовательна, наверное, да? Да, да. Все шло как у всех, но все было овеяно ароматом тех первых рододендронов с привкусом латинских танцев, которые по сути своей несут очарование любви, страсти, налет некого романтизма. Но, несомненно, были и общие интересы. Они вместе ездили на танцевальные фестивали, участвовали и побеждали. Была учеба и работа, но всегда и во всем, поскольку люди они такие, была романтика. Они постоянно удивляли и удивлялись друг другу. Когда человек удивляет тебя, приятно удивляет, ты по-настоящему влюбляешься в него все снова и снова и снова. И как бы это чувство постоянно возрастает. Вот поэтому тяжело выделить что-то одно такое конкретное. Да, с первого взгляда полюбить очень сложно, потому что человека надо узнать для того, сначала чтобы... симпатия, да, ты не знаешь, что-то к нему внутри по-настоящему почувствовать. Нельзя полюбить человека просто за внешность. Хочется узнать его именно внутренний мир. Всему свое время, говорят в народе. Пришло время, когда сомнений у Алексея не осталось, и он сделал предложение Татьяне. По всем законам киношного жанра. Его принцесса ждала принца, и принц появился на белом коне. Вы знаете, это в самом деле была как сказка. Здесь собрали столько людей. Представляю. Да, со всех окон выглядывали. Когда Леша подъезжал на лошади, он был с большим букетом цветов. Вот. Был в букет вставлен цветок искусственный, где находилось кольцо. Вот, Таня тоже изначально не заметила это кольцо, а потом, ну, там было столько восторга, столько эмоций, да. Вот это все было тоже очень неожиданно. Когда точно созрела мысль, что она будет моей женой, да, я точно сказать не могу, потому что оно зарождалось очень постепенно. Ну а по поводу коня, я люблю все необычное и сказочное. Хотела сделать все так, как... ни у кого. Да, чтобы я не сказала ни за что, да? Да, Таня думала постоянно, что скажет, ну я подумаю, посмотрим. Буду ломаться. Не получилось, застали меня врасплох, просто до слез растрогали, а я не смогла сказать нет. Она принцесса. Ну, любая девушка хочет сказку, наверное, просто об этом Лёша и подумал. Захотел сделать сказку для меня. Да, Лёш. Таня очень любит сказки красивые, поэтому я воплотил ее желание, можно сказать. Просто он романтик настоящий. Сегодня Таня с Лешей с умилением вспоминают свою свадьбу. Все было как во сне. А через положенное время у молодой четы Прокопенковых родился маленький Ванечка. Сегодня он главный человек в их семье. Встречали дружно из роддома с бабушками и дедушками, друзьями и сотоварищами. Как каждый молодой отец, Леша очень волновался. Дело понятное, родился первенец, наследник. Я очень рад, что я наконец-то забираю их домой. Я по ним очень соскучился. Я счастлив. Танюша, а у вас что пожелаете своему Ивану? Ой, расти здоровеньким, крепеньким и танцевальное настроение всю жизнь.
идти по жизни в танце. Сегодня Иван Прокопенков – главный человек в семье. В меру криклив, в меру требующий маминого и папиного внимания. Избалован друзьями Тани и Леши. Девчонки приходят понянчиться. Но все дела семейные супруги решают сообща. Все у них спорится и все получается. Говорят, нужно уметь распределять правильно обязанности. А рационализаторы. А еще они успевают дома проводить репетиции. Ведь Татьяна руководит студией социальных танцев «Face-to-Face», так что, не отходя от сына, вместе с мужем отрабатывают новые движения, повторяют старые, так сказать, чтобы быть в форме. И я думаю, что я не совру, если скажу, что абсолютно у каждого человека, который вот занимается в нашей студии, есть такое стойкое ощущение, что если вдруг что-то произойдет, нужен будет какой-то совет или помощь. Или, ну вот просто нужно поговорить, выговориться, вот все надоело, ты устал, все раздражает. Вот в любое время можно позвонить или Тане, или Лёше, и они обязательно идут минутку, да, или там большее количество времени, чтобы тебя поддержать, выслушать. Основное, что их связывает, это любовь, и все вот эти проблемы где-то мелкие, они с такой грамотностью их все решали, с такой мудростью через все это проходили. Вот, только люди, которые любят друг друга, могут решать все это с такой действительно мудростью, потому что это ведь все дается с опытом, с каким-то возрастом, они ведь молодые совсем. В присутствии предмета любви не имеют самые смелые уста и остаются невысказанным. Именно то, что так хотелось бы сказать. У Алексея и Татьяны Прокопенковых есть что сказать, и они не стесняются признаваться в любви друг другу каждый день. Мы очень счастливы, у нас есть все, что нужно для счастья. У нас есть ребенок маленький, у нас есть любимое занятие, у нас есть как бы мы есть друг друга. Да, самое главное, что мы есть друг у друга. Мы друг друга любим. Поддерживаем друг друга. Я люблю тебя. Ты самый дорогой мне человек. Я тебя люблю, солнышко. Я так рада, что мы встретили друг друга, что у нас настоящая крепкая семья, любящая. Спасибо тебе за это. Лариса Осмолович, Виктор Халявко, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы.